Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть в игру One Level 3 «Побег из тюрьмы». Мы поняли, как надо уже. Смотрите. Да, мы тут зависли на 52-м уровне. Угу. Ледяной ключ. Для этого, чтобы вот разморозить этот ключик, надо что сделать, Диан? Надо просто... Надо вот этот огонь передвинуть вот сюда. Да. И он разморозился. Угу, только огонь надо передвинуть. Да. А, мы уже, наверное, не можем. А, можем. Такая сила стала теперь, да? Ой, я опять упал. Это очень легкий уровень, но как мы сразу не догадались. Да, мы очень долго проходили. Все, ключик упал. Так, идем дальше. 53-й уровень, снова эта кнопка. Так, ну здесь, наверное, нам надо на кнопочку. Ой, ключик нету. Ключка нет, замка нет. Бу-га-га. Да? О! А, что-то я слишком рано прыгнул. Ну да. Сейчас мы опять включим наш рычаг. Выбираем спортсмена. Как ты думаешь, у него есть друзья? У Стикмана? Да. Слушай, а можешь просто кнопку нажать? Да не, все, нажали, пап, нажали. Сейчас надо стоять. Нет. Он поднимается. Точно, Диан, я не увидел. То есть надо стоять и потом быстренько бежать, да? Да, прям очень быстро, очень. Так, рубильник мы щелкнули. Моя кукла быстрее бегает. Все, стоим, ждем. У нас дверь поднимается. Очень медленно. Мне кажется, надо было написать, не так быстро открывается дверь. Да, новый уровень, 53. Сейчас ждем. Все так. Быстро, быстро, быстро. Все. Погнали. Так, 54-й уровень называется «Беги быстрее». Воу! Ой, вот это, наверное, называется «Беги быстрее». Фига себе. Не приносит «Беги быстрее». Быстрее, 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 быстрее. Ну все, смотри, надо быстро сделать вот так. Ой, не успели. Ты не увидел просто. Давай, давай, давай. Только легкий уровень. Вообще. Друзья. 55-й уровень, называется «Строитель». Друзья, мы пока играем, вы нам ставьте лайки. А, я меня «Строитель» учу. Строитель. А как нам построить? О. Так. Так что? А, поняла. Надо на кирпичи прыгал, пап. Да, сейчас мы все сделаем. Да, я поставлю. Давай вот так вот сделаем пониже чуть. Отлично. Опачки. И что дальше? Теперь еще и здесь надо прыгнуть. Ну, вообще легкотня. Угу. Давайте, я люблю. 55-й уровень пройден. Так, 56-й уровень. Агрессивное поведение. Ну-ка, смотрим. Агрессивное. Вот это агрессивное поведение, смотри. Раз. Опачки, поднимаем. Вот это настоящее агрессивное поведение, о-о-о. Да? Блин, смотри, как надо делать. Да, это очень... Чё за фигня? А ты видел, как он быстро? Да вообще капец. Ты видел? Нет, не он, а он. Ты видел? Так, ждем сейчас вот этот качельки поднимутся. Это сейчас должен вниз упасть, да? Блин. Надо чуть подождать было. Оп. Поднимай нас. Так. Блин, елки-палки, зеленые моталки. Зеленые. Хоп. Зеленая крыша. Так, стоим, ждем. Куда нам сейчас? Может, нам просто прям пробежать быстро? Давай. Хоп. Блин, как так? Я чё? Я поняла, все, я поняла. Надо быстро включить рубильник, прыгнуть в него. Все, давай сейчас. Так и сделаем. Нет, смотри, как сделаем. Вот так.
О! Супер-супер, ребятки. Это весы получились. Мы настоящие профессионалы. Это весы получились. Только да. Этот не движется назад. Все, легкотня. Папа. Главное здесь тут. Опа-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 па. Классно, легкий урок. Так, 57 уровень. У тебя хорошая память. О-о-о. Я знаю. У меня хорошая память. Конечно. Ой, блин, там же эти колючки. Да, мне это тоже не походить. Так, где-то вот здесь, да? Угу. О, супер. Легкий. Только я думаю, что там ключ как раз таки. Сейчас. Главное здесь нам пройти. Папа, почему он сказал хорошая память? Блин, ну видишь, тут все. Надо запоминать. Поняла. Ёлки-палки. Ёлки-моталки. Пойдем. Так, что, рубин? Ты не включил. О. Так, где-то вот здесь у нас. Раз. Давай, давай, давай. Раз. Ну вот здесь сейчас надо, может, мы успеем. Ты прыгни. Сейчас, сейчас. Ты прыгни. Не, не хочу прыгать, хочу так зайти. О. Оп, оп. Супер, супер-пупер, все, но мы прошли. Вообще не легкий, не легкий. Ну да, посложноватый. Так, 58 уровень называется «Не спеши». Так, мы не спешим. А что не спешить-то? Что, чтобы мы не спешили? Нифига себе. Не спеши. Вот это не спеши. Ага, самый настоящий спеши. Так, ждем. Ну и что дальше? Сейчас, наверное, они исчезнут. Так, вон эта штука поехала. Но. Интересно. Интересно, интересно. И как нам дальше быть? Угу. Так. Ну и куда нам прыгать? Ну-ка. Нажимать тут ничего нельзя. Не спеши. Так, в общем, рубильник брать не стоит. Да, наверное. Давай не будем рубильник брать вообще. Да, наверное, его не стоит брать. Давай еще раз. Давай. Потому что. А, не спеши, Диана. Вот что. Смотри, стоим, ждем. Угу. Точно, сейчас эта штука к лестнице поедет. Наш лифт. Давай, лифт! Быстрее, мы спешим. Вон он помчал. Ну сложный. Сложный, сразу ты не поймешь. Угу. Надо думать долго. Да. Так, 59 уровень называется заряженный. Заряженная батарейка. Так, заряженный. И что нам? Давай попробуем. Оп! О, может тарик, бумс. Нет, ну-ка здесь бумс. Так, рычаг. А, ну это лифт. Ну как нам туда зайти? Снять, просить. Слушай, а может надо вот так? О. Это, наверное, скорость его. Не кажется так? Смотри, он подстрелит. Так, подзарядить надо все, наверное, да? Угу. Ай, не успели. О, замок, смотри, упал. Вау, босс, ребятки. Что это за босс? Он качает шар какой-то. Эй! Он себя качает. Воу, я боюсь. Сейчас как лопнет. Бум-бум. А, вон, на него надо нажимать, друзья. Давай, Диана, нажимай на него. Быстрее, быстрее. Делай его маленьким, маленьким. Сделаем его давай, очень. Сейчас мы его сделаем вообще мини. Какой-то летающий шарик. Мелкий. Сейчас я его сделаю очень маленький, смотри. Дрожан. Все.
Ура, друзья, это был последний уровень в этом видео. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. В следующем видео 10 уровней будет проходить Диана.